Проезд в метро в ближайшее время может подорожать до 32 рублей. Правительство области уже одобрило повышение тарифа. Осталось, чтобы его утвердила региональная энергетическая комиссия. Если все пройдет быстро, то поездка в метро подорожает уже к началу апреля. Максимальная стоимость одной поездки составит 32 рубля. Не исключено, что по тарифам Е-карты проезд будет стоить чуть дешевле. 4 рубля надбавки – это инвестиционная составляющая, о которой 2 месяца назад говорил мэр Александр Высокинский. Метрополитену пришло время полностью обновлять подвижной состав, так как срок эксплуатации большинства вагонов уже на исходе. Часть составов капитально ремонтируют, частично закупают и новые машины. Так, к 2020 году в парке метрополитена должно появиться 54 новых вагона. Именно для этого и потребовалась инвестиционная надбавка в тарифе.